Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. Как понимаете, сегодня будет видео о покупках. Ура! Счастья нет предела. Наконец-то я дождалась свою долгожданную посылку с интернет-магазина иголочка.com.ua, чему, безусловно, очень рада, так как в этот раз посылка к нам очень долго шла. Такая большая увесистая коробка, 6 килограммов счастья. Много всего интересненького, вкусненького, поэтому обязательно будем все это вместе с вами разбирать и рассматривать. Как сейчас помню, сделала я заказ еще в марте месяца, по-моему, 13 или 14 числа, или даже чуть раньше. Сейчас вот точно и не вспомню. Ну и, как понимаете, сейчас уже конец мая месяца, и наконец-то приехала к нам эта посылка. Вот такая радость перед самым днем рождения. Так что радуюсь, как ребенок. Вроде бы посмотрела, все на месте, все в целости и сохранности. Кстати, заказ этот я сделала вместе с Татьяной Барыльченко и ее подружкой. Я ей позвонила, говорю: «Танюш, может, тебе что-то надо? Давай организуем закупку в иголочка.com.ua». И, конечно, так получается выгоднее с доставкой. Но по электронной почте я узнала, что в связи с той обстановкой, которая творится в мире, закрытой границы, нам предложили международную доставку. Она чуть дороже, чем обычно. Деваться некуда, не стали отказываться. Конечно, согласились, что все это уже к нам наконец-то доехала. Вот. Ну, думаю, что границы откроют и будет все как прежде. В конце июня, по-моему, откроют. Точно не буду утверждать, нужно следить за новостями. Ладно, все, забрала я свою посылку, девчонки с почты, да, сразу в машине все это вскрыла, отделила заказы Танюши и ее подружки и доставила ей прям к парадной. Мы пообщались на улице. Вот, передала она мне вот такую вкуснейшую шоколадку. Специально показываю, так как здесь черешня и перчик, перец чили. Ни разу еще не дегустировали, не пробовали такой шоколад. Спасибо большое за сладкий презент. Обязательно попьем чаек. Вот. Так что, если у вас есть рукодельные подружки, собирайтесь и совершайте покупки в иголочке.com.ua, так выгоднее. Ну, а мы давайте вместе с вами уже начнем смотреть, что у нас там внутри. Бисер, заготовки, наборчики, много всего интересненького. Решила я вам сразу показать дизайнерскую канву от фирмы Мика. Несколько отрезков решила заказать в иголочке.com.ua. Там шикарный огромный ассортимент с такой принтованной канвой от Мика. В моих запасах есть от MP Studio, но я всегда мечтала попробовать поушивать на подобной конве. Мика ДК 16408. Ну, вот, например, такой артикул. 16 Айда. Размер канвы 24 на 31 сантиметров, а размер фона 20 на 27. Так, количество клеток 10 сантиметров 63 штучки. Ну, вот такой светло-зеленый фон напоминает лес, да, и по бокам у нас зеленые красивые листики. Можно какую-нибудь зверюшку вышить здесь или птичек. Вообще существует канва как 14 каунта, так и 16. Я не помню, 18 есть или нет. Нужно смотреть у Мики. Ну вот я заказала 16 Айду. Так, дальше идет уже другой формат тоже. Имитация леса, скажем так. Вот, здесь уже размер совершенно другой. 33 на 48 сантиметров. Но опять же это с припусками. Небольшие отступы такие. Размер фона 28,5 на 39 сантиметров. Опять же артикул, вот, обратите внимание. Если вы устали от обыкновенного белого фона или просто хотите попробовать что-то новенькое, то используйте дизайнерскую канву, что добавит уникальность к вашим вышивкам. Вот такой формат. Так, дальше. Посмотрите, какой интересный фон. Такой желтый с оранжевым, разводы вот такие, имитация песка или пустыни, да, может какая-то кора, хотя кора там тоже была, я положила в корзинку, а потом брала, уже жалею сейчас, надо было взять, тоже 28,5 на 39 сантиметров, и вот артикул. Ну, можете весь ассортимент посмотреть. Если это формат А4, если я не ошибаюсь, вот, да, это уже, наверное, А3 такой. Вот, большой. Дальше. Вот такой красивый фон. Сиреневый с темными цветами. Вот. Тоже размерчик
такой же большой, 16 Аида. И артикул ДК 16-19. Вот на темном фоне. Будет все что угодно смотреться красиво. Как цветы, так же животное. Ну, вот все, что угодно можно вышить. Как сыграет ваша фантазия. И вот такой зимний дизайн, дизайнерская канва, опять же большого размера, на голубом фоне разные красивые белые снежинки. Вот она была и поменьше, и побольше, но я почему-то решила заказать сразу такого формата размерчика. Там есть большой выбор, если вас интересует что-то подобное, пожалуйста. Опять же, как 14 Аида, где можно вышивать и крестиками, и бисером, и 16 Аида. Не знаю, сюда... Здесь, наверное, будут толкаться бисеринки. На 14 лучше вышивать. Ну вот, буду экспериментировать, смотреть, что-то подбирать и вышивать на такой канвушке. Ну что, пожалуй, я начну с формата А5. Бисерная заготовка от фирмы Мика. Ангел скромности. 810 артикул. Посмотрите, какой чудесный ангелочек, в руках которого цветок. Ну вот и ключик. Здесь у нас артикулы. Указано 11 цветов. Одежда, цветок, крылышки, нимб вышивается. Ну а, конечно, лицо, волосики, лик, ручки, ножки не вышивается. Такой небольшой размерчик. Вот моя рука. Вот они мне понравились. Там несколько ангелочков. Но выбрала я 3. Так, дальше ангел доброты. Посмотрите, какое прелестное дитя. Со зверюшками олененок и вот такой кролик. Ой, такая прелесть. И вот ангел нежности. Вот такая красивая девочка с черным котиком. Так, нежность, доброта и скромность. Вот они какие красивые. Так, дальше. По-моему, новинка от фирмы Tella Artis. Красивая новогодняя подвеска, снегирь и хрустальный шар. Артикул ТД-024. Тоже небольшого форматика, частичная вышивка. Сам ключ, как обычно, у Tella Artis внизу. То, что получится. 16 цветов. Бисера буквально по чуть-чуть, где-то 1, 2, 3, 4 грамма. Посмотрите, какой оригинальный шарик со снегирем. Как все это оформить, интересно, либо в рамочку или прикладнушку, хотя у меня проблематично с этим, но буду что-то думать. Очень понравилась подвеска. И вторую, конечно, я сразу взяла. Вот такая ароматная подвеска шишка, вот, с лимончиком или с апельсином, корица, тоже ключик внизу, такие интересные новогодние уютные сюжетики. Дальше Акорнс, мышка-рукодельница. Вот такая мышка с иголочкой. Шляпка у нее в виде наперстка. Ну и вот она заправляет иголку, чтобы рукодельничать. Рядом бобинка с нитками. Ключик есть, 10 цветов. И номера указаны, пожалуйста. Такая миниатюрка небольшого размера. Дальше идет формат А4. Синичка, тоже фирма Акорнс. Так. Ну и артикул, кому интересно, вот как выглядит артикул. А4К540. Частичная вышивка, красивая. Маленькая птичка-синичка на вот таких нежных цветочках. И ягодки здесь есть. Здесь уже, к сожалению, артикул не указывает. Необходим самоподбор бисера. Только сколько штучек того или иного цвета бисера. Вот. Так, ну... Как и говорили, в новинках, да, новые партии у фирмы Acorns выпускаются с номерами чешского бисера. А это, наверное, старые разработки или раньше выпускали. Просто вот символьные значки и все. Эти цветных квадратиков. Нет номерков, к сожалению, артикулов. Вот такая птичка тоже мне понравилась от фирмы Acorns. Смотрите, по-моему, это колибри. Я даже не знаю. Цветы желтые, голубые, шмель. Или пчелка, скорее всего, шмель. И вот, пожалуйста, ключик, да, без номерков. Не знаю, наверное, это какая-то колибри птичка. Зеленые крылышки, головка сверху зеленая. Интересно, как здесь подобрать бисер. Ну, вроде бы так. Если зелень зеленым, да, то и здесь тоже нужно ориентироваться на такой цвет. Посмотрим.
Надеюсь, смогу подобрать. Дальше. Мне давно нравились ключики от Даны. Во-первых, ключ мудрости. Артикул 2381. Вот такой ключ с ушкой. Частичная вышивка. Вот, на черном фоне. С золотом. Все это вышивается так. Бежевый, желтый, золотой. Красный, конечно, ну и другие цвета. Эффектно будет смотреться. Небольшой формат, опять же, быстро должна вышиться. Вот фирма Дана. Вот так это все делают по-новому. Смотрите, отпечаток, да? Так, дальше. Ключик счастья, конечно, в виде сердечка. Есть вышивка таких ключей и крестиком, но бисером, я думаю, будет намного эффектнее, ярче блестеть и сверкать все это будет. Ну и, конечно, третий ключик, как же без него, это ключ от всех дверей. Вот так и написано. Опять же, номера бисера указаны, 12 цветов вот с правой стороны. Очень удобно. Можно сделать, в принципе, самоподбор. Здесь не очень много цветов. Вот такие красивые ключики. Давно засматривалась на них. Ну и в этот раз решила положить в корзинку. Будем вышивать. Мне очень понравился один морской дизайн от золотой подковы. Здесь полная зашивка на песчаном берегу, вокруг ракушки. И вот такой якорь с бутылкой. А внутри плавающий кораблик по морю. Полная зашивка здесь. Ключ. Вот как выглядит. 17 цветов. ЗПН 029 артикул. Ну, с обратной стороны есть подбор бисера. Номера чешского бисера прициоза. Размер 21 на 29 сантиметров. Этот сюжет есть и у других производителей, но там частичная вышивка. Я уже не вспомню, Дана или Мика, может, еще какая-то фирма. А с полной зашивкой мне, конечно, больше всего понравился этот сюжет. Будем вышивать. Дальше, фирма Мика. Посмотрите, какое очарование. Милые котята. Три котенка за окном. Мика 1371. Полная зашивка. Когда я смотрела в иголочке.com.ua этот сюжет, там ничего не указано, что есть артикулы, номера и все в таком роде. И я очень обрадовалась, что они здесь указаны все-таки. Вот, опять же, в новых разработках указывают номера. Раньше у Мики не было такого. Вот, пожалуйста, 57102, 38642 и другие 18 цветов. Вот такие котята. Рыжий очаровательный котик, два полосатых. Котенка наблюдает за птичкой снегирь возле ромашек. Интересно, конечно, почему зимняя птичка с ромашками здесь изображена. Но в целом мне нравится этот сюжет. Так, формат не маленький, формат А3. Скорее всего, да, бисерные иголочки здесь вот есть. Так, дальше. Золотая подкова. Опять же, посмотрите, какие белые тюльпаны с бабочкой. Очень красивый фон. Вот. Вот такие тюльпаны. Так, белый тюльпан. Так и называется этот сюжет. Так, ЗПК 044. Ну и ключ. 16 цветов. Красиво, конечно. Мне понравилось. Нежно будет смотреться. Опять же, золотая подкова. Мне нравятся вообще цветы в корзинах. Это ромашки, полевые цветочки, ЗПК 036, 22 цвета. Много здесь необходимо вышивать. Формат А3, скорее всего, да. Размер сразу вам скажу, 38,5 на 39,5 сантиметров. Вот. От золотой подковы у меня еще есть розы в корзине. И я думаю, будет красиво сочетаться все это. Вот такой ключик. Так, ромашки. Красивые, такие нежные ромашки. Ох, какая корзина. Много зелени. Эффектно будет. Новинки от Ella Artis. Мне очень понравились, скажем так, панельки. Они какие-то такие длинные, высокие. ТА 407. Розовые сны. Полная зашивка, по-моему, да. Всего нужно пришить 22 176 бисеринок. 15 цветов и номерки. Артикулы бисера тоже указано. Вот какая красота в итоге получится. Уже девочки показывали в покупках. Также, смотрите, ромашковый рай. Артикул ТА 408.
Здесь уже частичная вышивка. Например, фон не вышивается. Вот, видите, вот такой темный фон. И зелень где-то не вышивается. А здесь вот полная зашивка. Я рассмотрела, да, одинаковый формат. Вот такой ключик. Здесь 21 цвет нужно подобрать. Очень удобно, когда Tella Artis всегда указывает номера чешского бисероприциоза. Вот какая красота получится. Если вместе вышить две панельки, тоже в едином стиле оформить, эффектно будет смотреться. Вот такое цветочное ассорти. Роскошество, красота и милота. Давайте смотреть еще дальше. Дальше. Свежая новинка от фирмы Мика, артикул 1813, зеленый дракон. Кельтский зеленый дракон, так называется этот сюжет. Есть ключик, один из цветов бисера, артикулы указаны и бисерная иголочка. Очень плотная ткань, габардин. Все это проклеено флизелином с обратной стороны. Вот, смотрите, какой классно, шикарный крест и зеленый дракон. Да, эффектная зверюшка. Вообще, тема с драконами мне очень близка. Давно я делала татуировку на плече с драконом. Вот, очень нравятся эти звери. Ну и, посмотрите, я решила взять от благовеста молитву. Вот такая святая или девушка молится, сложила ручки и читает молитву. Вот крестик, такое одеяние. Лик и руки не вышиваются, а все остальное, фон, да, одежда, крест вышивается. Здесь, к сожалению, нет артикулов чешского бисероприциоза, только символьные такие цветные значки, вернее, вот, сколько грамм нужно подобрать. По-моему, Наталья Наталинка вышивала такую картину. Не знаю, благовест или Мика была. Надо посмотреть у нее. Эффектно получилось, красиво. И я думаю, в целом вот так будет рядышком. Если все это вышить и оформить, тоже будет интересно смотреться. Вот такая красота. Ну а далее я хочу вам показать бисерные заготовки уже с подбором бисера. Да, я заказывала отдельно бисер каждой заготовки, которую я хочу вам показать дальше. Во-первых, это часы от Бисер Арт. Вот такой хомячок, фирма Бисер Арт. Смотрите, какие часы. Утро в Париже. Частичная вышивка. Эйфелевая башня вышивается. Чашка с блюдцем. Шоколадка и розочка. Посмотрим на ключик. Здесь, как видите, только цветные квадратики. Сколько бисеринок нужно подобрать. Артикулов совершенно нет. Поэтому я попросила подобрать бисер. Вот все здесь упаковано. Почему тяжелая посылка? Деревяшки плюс бисер. Сейчас я буду все вам показывать и рассказывать. Подписаны здесь у нас номера чешского бисероприцоза. Когда стану вышивать, я все подробно вам покажу и расскажу, если кого-то интересует, чтобы сделать потом самоподбор из своих запасов или купить подобные цвета бисера. Вот, вот такие часики. Смотрите, фон и циферблат не вышивается. Вышивается, опять же, вот внизу чашка с шоколадом, розочка и башня. Интересный сюжет, мне понравился. И очень понравились вот такие часы. Здесь уже намного больше нужно вышивать. А соль. Морской сюжет. На, по морю плывет вот такой корабль с алыми парусами. И Ассоль ждет этот кораблик. Да? Всем известный рассказ, повесть. Вот. Море у нас вышивается. Что он? Кораблик, одежда девушки. Ну, опять же, ключ без обозначения, вернее, без артикула, без артикулов бисера. И мне все это подобрали в отдельном пакетике. Так, для этих часиков красивые цвета буду вышивать. Покажу вам и номера бисера здесь указаны. У Бисер Арта есть интересные бисерные заготовки с часиками. На любой вкус и цвет заходите и смотрите. Ну, классно. На пробу взяла два. Потом как вышью, посмотрим. Можно и себе, и на подарок. Не очень дорого получается, нормально. Но подробно я расскажу в отдельном видеоролике.
Фирма Маричка. Артикул РКК 049. Пегас. Посмотрите, какое волшебное существо. Вот такой летящий пегас. Частичная вышивка. Вышивка швом назад иголкой. Ну, линейная вышивка, по-другому еще говорят. Здесь пришивается как бисер, также и камни разные. Плюс бусины белого цвета. Ой, на темном фоне, вот ночью, вот такой пегас летает. Красиво, когда будет вышить все. Так, здесь у нас ключик прециоза плюс фирма ВДВ, трехзначное число. Ну и, как обычно, прециоза указывает пятизначное число бисера. Вот такие артикулы плюс камушки. Да. Заказала самоподбор, подбор бисера вернее. Вот такой красивый бисер. Так, с обратной стороны. А, кстати, смотрите, уважаемые рукодельницы, в ключе к дизайну была допущена ошибка в номере цвета 78-102 серебро. А я-то смотрю, почему здесь зеленый цвет. Так, сейчас будем разбираться. 57-430, да, вот этот номер. А здесь написано, что произошла ошибка. Ну, почему они эту подсказку хотя бы вложили на лицевую сторону? И мне положили все-таки зеленый цвет. Вот, внизу написано, что это серебро. Да, вот такой значок. Светло-розовый с голубой обводкой. Вот он, да, 78-102 серебро. Нужно будет подбирать 5 грамм. По-моему, у меня есть такой бисер. Точно не знаю, нужно смотреть. Так, ну и, конечно, камушки и бусины. Вот они, камушки разной формы. Золото под серебро. Вот такие вот каплевидная, ну, вот эти вытянутые камни, пришивные стразы, 7 на 14 сантиметров. Ну, бусины. Здесь еще бусины для других проектов. Так, ну, а с этим бисером нужно что-то решать. Буду делать замену, скорее всего, потому что так, серебро здесь вышивается, вот, смотрите, вот где хвост, вот на фоне. Ну, с зеленым здесь не катит, конечно, это не будет смотреться. Надо серебро, нужно будет смотреть. Подбирать. Нужно им рассказать об этом. Потому что будут комплектовать, и девочки потом будут написывать письма. Ладненько, продолжаем дальше. Новинки от Благовеста. Посмотрите, какие красивые, шикарные иконы, на мой взгляд, бисерные заготовки. Вот. Также пришивается бисер, пришивные стразы, бусины, камни. Ой, во-первых, это ангел. Ангел, святой ангел-хранитель в жемчуге. Это самый большой формат. У них есть формат А5, А4 и А3. По-моему, так, если не ошибаюсь. Да, Благовест. Есть разного размера иконы. Всякие святые, ангелы, Иисус, Христос, Николай Чудотворец. Ой, Матронушка, семистрельная, много. Заходите и смотрите. Благовест, артикул ЖС-3008. Видно сразу, что будут пришиваться бусины, да, побольше, поменьше, камушки. Ангел в жемчуге. Вот. Ну, красивая серия. Можно было бы еще заказать Иисуса и Богородицу. Но не знаю, размер не маленький. Взяла по одной. Также новинка от этого производителя Пресвятая Богородица Казанская. Вот Благовест и 3005. Тоже большой формат. А знаете, почему я выбрала именно большой формат? Мне очень понравились вот эти вензеля, красивые узоры. Вот. Здесь и камушки, и бисер. Вот видно, что камни пришивные здесь будут. Сейчас покажу. Вот такие бусины, камушки. Так. 7 миллиметров, секундочку, красная, да, 7 миллиметров, синяя 15 на 7, стальные 15 на 7, ну вот, вот такие синенькие, красные по 7 миллиметров, ага, смотрите, синие 7 миллиметров, 5 штук, 11 красного цвета, но 7 миллиметров написано, и почему-то они побольше, ну-ка, сейчас давайте рассмотрим, что это такое. Ну вот, если по схемке посмотреть, да, вот 7 миллиметров красная. Ну, а это для ангела. Вот, сейчас посмотрим.
что сюда подойдет. Почему разный размер? Интересно. Мне кажется, они крупнее все-таки. Прикладываем. Да, девочки, смотрите, крупнее не подходит. Ну вот. Крупнее будет залазить на бусин. Нет, не подходит. Ну и вот. А если синенькие приложить? Но это для другой иконы. Сейчас, секунду. Вот. Ну, а вот этот размер подходит. Ну, естественно, сюда нужно синие сразу, вот эти пришивные. Потому что разная форма, и хочется, чтобы сочеталось все это с цветом бисера. Нужно им написать. Неправильно подобрали. Грустненько немного. Придется... Я не знаю просто, где отдельно брать, покупать. Вот. Где они такие продаются? По-моему, это китайские пришивные стразы, камушки. Вот написано, да, 7 миллиметров и здесь 7 миллиметров, пожалуйста, камни. Ну, а размер вы видите, да, отличается. Запутались. Ну, а это сюда подойдет по-любому. Вот, да, это для ангела. Ну, а эти, по-моему, ну, давайте еще вот такие. Я уже сразу приложу. Такие камушки, я думаю, все подойдет. Ну, а вот эти правильно, вот красные большие для этой иконы. Перепутали, наверное, грустно. Надо что-то с этим делать. Ай-яй-яй. Я в России живу, а все это с Украины. Да, вот какая красивая икона. Буду писать насчет этого, что перепутали. Ах, жалко. Ладно, буду что-то с этим решать. Красивая, шикарная икона. Опять же, Божья Матерь есть в жемчуге, по-моему. Да, вот. И вот такая цветная. И бисер красивый здесь мне подобрали. Сейчас вам покажу. Вот быстро. Вот какие цвета бисера. Сюда. А для ангела вот. Жемчуги, да, вот такие. Ну, голубого вот. Синий такой, неоновый цвет и беленький. А это вот для этой иконы. Опять же, все здесь подписано. Когда приступлю вышивать, все расскажу и покажу более подробно. А сейчас у нас видео о покупках. Ну, а мы продолжаем дальше. Много чего интересненького еще тоже хочется вам показать. Шикарные иконы. Я в предвкушении, как все это получится. Советую, посмотрите, суперские новинки от Благовеста вышли. Разного формата и разные святые на любой вкус и цвет. Можно подобрать, заказать с подбором бисера, да. Но главное, чтобы они учли, что вот камушки красного цвета не такого размера. Ладненько, разберемся. Давно себе присматривала какой-нибудь красивый триптих или полиптих с разными временами года. И у фирмы Мика я нашла вот такой классный полиптих. Длинные красивые панельки. Весна, лето, осень и зима. Размер 12,5 на 39,5 сантиметров в высоту. Вот, смотрите, какие птички. Весна у нас тут, по-моему, яблонька. Это, наверное, воробушек. Дальше ягодки разные вкусные. Деревья. Осенний период. Опавшие желтые листья. Вот такая птичка. И зимушка, зима со снегирем. Вот, рябинка. Так, у нас бисерные иголочки здесь. Мика 1269. Вот такой полиптих классный. Полная зашивка. Ну и сама ткань, габардин. Вот. Это у нас весна, лето. Вот такие значки. Хочу вам показать поближе. На сайте я не видела, что есть артикулы чешского бисера Прициоза, поэтому заказала подбор бисера. Долго думала, может, сама сделаю подбор, но решила все-таки заказать там подбор. И знаете, сейчас я не жалею, хотя могу здесь спокойно купить, в Санкт-Петербурге, в моих запасах что-то по-любому нашлось бы. Но они как считают, за грамм. Например, зеленого там 8 грамм, ну, к примеру, да, вот они прям по граммам считают, вот, 8 грамм, не именно по пакетам, по 5, по 10 грамм, по 50 грамм в упаковке,
ни больше, ни меньше не возьмут. Именно посчитают за грамм. И это удобно. Посмотрите, какая палитра красивая. Это у нас весна яркая, красивая такая. Осень. Много желтых, оранжевых, зеленых, голубой, серый. Лето, сочные цвета тоже. Ну и зимушка, зима. Тоже подписан бисер. Я не знала, что здесь артикулы есть, на сайте не видно. Но решила заказать с подбором. Сейчас я не жалею. Хоть сейчас могу вскрывать и вышивать. Ну и в принципе, вот. Не хочется доставать. Как понимаете, на одном листе, вернее на ткани, как габардин, две панельки. С одной стороны весна и лето, а здесь у нас осень и зима. Разрезать, скорее всего, я не буду, а именно буду вышивать так. Вот. Номера указаны здесь. Смотрите. Вот такие номера. Так что имейте в виду, вдруг вам тоже нравился этот полиптих. И вы думали, что необходим самоподбор бисера. Ну, кто, хотя фанатик бисерных проектов, могут на глаз подобрать, но мне хочется, чтобы прям точно, чтобы плавные красивые переходы были, чтобы профессиональный подбор бисера был. Хвалят подборы бисера от иголочки Кумьё на самом деле. Так что будем потом смотреть с вами весь бисер к этому проекту. Замечательный полиптих, вот еще раз вам показываю. Очень красивые панельки такие. Да, я представляю, как это будет в оформлении уже. Еще не вышла, а уже представляю, как будет висеть на стенке. Ну, интересно, правда? Времена года, сезоны вот такие. Вот моя ткань, габардин. Вот. Две заготовки внутри. На каждой из которой по два сезона. Вот такая красота будет вышиваться. Ну, а дальше пойдут деревяшки. Перед тем, как их все показать, разные наборчики. Вот такая появилась у меня новая бабочка от фирмы «Вдохновение». Посмотрите, недавняя новинка. Размером 11 на 15,5 сантиметров. Фигурная бабочка на пластиковой основе. С деревянной подставкой. Перфорированный пластик, чешский бисер прециоза, стразы, бусины. Вот. Интересно вышить такую красоту. Вот она какая. У этого производителя есть разные бабочки на любой вкус и цвет. Вот такая подставка, быстро покажу, окрашена. Ну, это, конечно, в отдельном видеоролике. Дальше идут деревяшки. Во-первых, бисер арт. Вот такие коробочки. Наконец-то я их держу в своих руках. Какой аромат, как вкусно пахнет деревом. Вообще мне нравится запах новых книг. И вот древесина, наверное, вот это дерево. Интересных коробках. Конечно, я заказывала в марте, думала, все это к Пасхе успеет прийти, но не тут-то было, границы закрыли. Ну да ладно. Так, пасхальное яйцо 51034. Джель. Вот такая цветная схемка, бисер арт. Ключик. Дальше быстро просто вам покажу, потому что так не видно все там. Ага, бисер нужно подбирать, да, фетр вижу, бисер необходим. Это просто заготовка. Ладненько, подберем дальше. Надо ускоряться немного. 51033, опять пасхальное яйцо. Вот такое красивое, интересное. Посмотрите, с какими узорами. Ромашки внизу. Вот такое расписное, яркое должно быть получиться. Девчонки вышивали на ютубе. Ох, я радовалась за них, что вышивают новиночки. Ну и, конечно, они мне тоже вот появились. Наконец-то. Приехали, доехали, родные, до меня. Дальше 51035. Очень понравилось вот это яйцо с птичками. Бисер арт. Есть много пасхальных яиц. Там много чего понравилось. Но все не скупить, естественно. Красивые птички с цветочками. Ой, фигурная деревянная заготовка. Ну, красота. Ключик. Вот. Наверное, уже видели. Бисера здесь нет. Будем подбирать. Вот такие коробочки. Уже опять же показывали. Дальше. Фирма Woodstitch. Да? Да, Woodstitch. Что-то как-то обрезанная превьюшка. Вот с таким петушком пасхальное яйцо. И клубничка или земляничка на темном фоне. Вот такой яркий расписной петушок. Петя петушок. Тоже понравилось это яйцо. Здесь уже
должен быть бисер или нет. Я даже не знаю. Надо смотреть. По-моему, нет. Или есть. Слушайте, от, вот сейчас я вышивала яйцо с церквушкой. Там был бисер. А здесь нужно скрывать. Ладненько. Потом буду разбираться. Дальше. Фирма Верена. Вот такая коробочка красивая. Так, здесь у нас тоже пасхальная тематика. Ну что ж. Вскроем, посмотрим, хоть что это такое. Это подставка для крашеных яиц. Ну и схемку вам быстро покажу. Вот такая красота, милота должна получиться. Бисер тоже нужно подбирать. Вот так все перевязано бечевкой. Вот такой веревочкой. Интересная, красивая композиция. Корзинка с яйцами от цыплята и голубые цветочки. Вот, очень понравилось. Ну, молодцы, короче, они создают такую красоту на деревяшках. Ну, вот как не соблазниться на покупку, да? К сожалению, к Пасхе я это не получила. Ну, форс-мажор, что поделать. Дальше, опять же, фирма Wood Stitch. Мне очень нравится композиция с разными цветочками. И давно нравилась вот такая вазочка с маками и голубыми цветами. 13 на 13 сантиметров. Маки в вазе. Вышивка бисера на деревянной заготовке. Красивая композиция. Букетик вот такой. Будет вышиваться. Весенняя машинка от Wood Stitch размером 14 на 20 сантиметров. Голубая машинка с цветочками яркими, красивыми нарциссами. Клубничка аппетитная. Смотрите, прям едет на дачу или с дачи. Скорее всего, весенняя машинка тоже. Вышивка бисера на деревяшке. Разные машинки есть. Осенняя, летняя, зимняя. Ну вот, вышью эту, посмотрим. Появится у меня азар дальше приобретать такие машинки. Или остановлюсь на одной. Волшебная страна, ангелочки. Они мне нравились. FLK 250, 251, девочка и мальчик с нимбами. Вот, вот такая девчушка и мальчишка с крыльями. Так, деревяшки высокие, большие. Размер какой? 8,5 на 19,5 сантиметров. А этот высоту 20 сантиметров. Мальчишка чуть повыше. Вот какие деревяшки. Интересные. Ну, красиво будет все смотреться вместе. Буду вышивать. Мне нравится аромат древесины, дерева. Мне вообще нравятся такие статуэтки, новогодние игрушки. Вот развлекаюсь. Посмотрите, какую красоту я заказала. Не смогла удержаться. Деревяшки, деревянные заготовки для новогодних игрушек. Вот такой набор. Посмотрите. Номера здесь не указаны, к сожалению. Я думала, указаны все-таки будут номера. Артикулы чешского бисера прециоза. Просто сколько штучек того или иного цвета. Разные деревяшки, не маленького размера. Вот прям во всю ладонь. Ну, скрывать не буду. Ладненько. Посмотрите, какой снеговик в рукавичках. Вот такой леденец с красной ленточкой. Колокольчик с еловой веткой. Вот эта свечка. Мне очень нравится композиция. Олененок новогодний. И фонарь. Вот фонарь мне тоже очень нравится. Сколько? 6 деревяшек. Тоже разные есть. Они как по отдельности продаются, так же и комплектами. Разные игрушки там есть. Ой, ну все не скупить. Это нереально. И так много покупаю. Нет, в этом году редко, но метко. Все хочется. Девчонки, мне очень понравилась вот эта композиция. Но это вообще, ну это сказка. Это просто настоящая русская сказка. Дедушка Мороз, Снегурочка, елочка. Дед Мороз у нас самый высокий, большой, 18 на 27 сантиметров. Фирма Wood Stitch. Это у нас заготовка для вышивки бисером. К сожалению, бисер сюда не входит. Но номера есть. 25 цветов. Вот какой дедушка. Задник есть, подставка, схемка цветная. Я жалею, что с бисером не заказала, потому что много номеров. Где-то 1, 2, 5, 7 граммов будет
Ну ладно, будем подбирать. Снегурочка, внучка Деда Мороза. Вот какая она чудесная девочка. В голубой шубке, с косичками, с розовыми бантиками. Ой, какая нарядная. Прям с нашего детства. И елочка. Так, Снегурка 14×22 сантиметра, а елочка самая маленькая, 15×25 сантиметров. Нет. Ну, скорее всего, да. Ну, чуть за счет вот этой звезды. Дед Мороз у нас самый высокий. Хотя, по идее, мне так кажется, елка должна быть повыше, а главные герои Нового года чуть поменьше. Но здесь по-другому все сделали. Ну, им виднее, дизайнерам. Красивая новогодняя парочка и нарядная елка. Осталось буквально немножко. Так, посмотрите, какая корзинка у меня с фруктами. Это, опять же, деревянная заготовка. Бисер необходимо подбирать. Фирма Верина. Вот в такой коробочке. Разные есть рисунки, сладости всякие, вкусняшки, чайный сервиз, кофейный. А я выбрала с фруктами. Вот. На самом деле я сладкоежка. Вышью я всякие пироженки. Так и потянет лишний раз на сладкое. Поэтому решила все-таки фрукты взять. Вот, с двух сторон, по-моему, здесь вышиваются. Небольшого размера. Сейчас мы посмотрим. 12×22, 13,5 сантиметров. Вот, тоже в иголочке Комьюа. Есть. Ну, все запаковано. Буду вышивать. Нужно подобрать бисер. Все покажу. Так, кошек. Корзинка для конфеток, для сладости. Ну и фрукты можно сюда, в принципе, положить. Да все что угодно. Красиво будет так на столе смотреться. Так, дальше. Шкатулки, новинки. Смотрите, деревянные заготовки для шкатулок. Вот, шкатулка для вышивки бисера. 21×21,8 сантиметров. Если все перевести, 12 заготовок фанерных. Инструкция здесь. Вот КД-005, вот такая весенняя, летняя, сказала бы, композиция, розочки нежные, другие голубые цветочки, и не только. Розы или маки, что это? Интересно, вот сердцевинка. Так, и осенняя композиция. Яркий подсолнух, желуди, физалис, черника или какая-то ягода. Вот, осенние листья тоже. Интересно. Ой, какие красивые листья здесь. Боковинки. Красота. Здесь в виде розочек. Вот. Такие тяжеленькие, увесистые. Захотела прям две шкатулки. Тоже нужно подобрать бисер. Ну что ж, вот такая красота у меня была. Все уже не стану складировать, доставать. Вот мои покупки. Долгожданная посылка. Наконец-то она ко мне приехала. Столько много разных интересных вещиц. Нужно все создавать своими руками. Вышивать и вышивать. Красота. На этом все. Буду, скорее всего, с вами прощаться. Пишите, что вам больше всего из этого понравилось. Что бы вы хотели увидеть на моем канале. Ну, конечно, если из этих шкатулок нужно подобрать бисер отдельно, потому что много цветов я вижу. Вот. Что больше всего понравилось, пишите. Интересно узнать. С вами была Алла Белочка. Желаю отличного настроения. Успехов в творчестве. До новых встреч. Всем пока-пока.